Змея, от скуки умирая, устроила бал-маскарад в начале мая. Вся разоделась, влезла в маску попугая и перьями зелеными махая, всех поджидала у порога. Гостей пришло совсем немного, был крот с ежом и жужелица с тараканом. Явилась ящерица в облике банановом. Все угощались тем, кто что принес. В особенности отличился еж. На нем висели яблоки с грибами и даже мышь, зажатая шипами. «Ну чем не скатерть-самобранка?» – подумала змея в зеленых перьях попугая. «Еж должен быть моим, здесь логика простая». И по-хозяйски выразилась так. «Ах, крот, ты будто не в своей тарелке, не маскарадный вид, в морщинах весь, ну хоть бы ботокс сделал на досуге. Ты портишь своим обликом ежа, давай к нему пристроюсь лучше я». «Не тараторь, как попугай», — ответил крот, «морщины не имеет только тот, кто в детство впал и не умнеет, и думает, что в виде попугая он обликом своим народ не испугает». «Кто ты такой, меня при всех позорить?» – воскликнула змея амбициозно. На что крот вежливо ответил: «Позоришь ты меня, а я тебе даю совет. Будь поприветливей с гостями. Давно известно всем, какой привет, такой ответ. Счастливо оставаться, мне вставать чуть свет». И крот ушел, за ним все остальные. Змея осталась без друзей и без еды, и даже маска попугая не покрыла ее коварные змеиные черты.